Дерзко таким словом можно охарактеризовать фестиваль «Юг», который прошел в Хомске. В этом году стритфест перебрался в портовый город. Раньше слет представителей уличной культуры проходил в областной столице. К сожалению, из-за ограничений не смогли прогреметь южным стритфестом в Южно-Сахалинске, но зато Хомск сегодня качал, продолжает качать. И я надеюсь, что он будет качать, потому что мы сегодня собрали свое комьюнити. Самое главное для меня, как руководителя команды «Экстрим Сахалин», то, что мы привезли фигуры, часть фигур дарим местным ребятам. Они уже загорелись парковым катанием. В рамках феста прошли соревнования по стритболу, кикскутерингу, самокатному спорту и BMX. Для судейства на остров пригласили именитых гостей. Михаил Бугарков – сильнейший на Дальнем Востоке спортсмен в категории «Трюковой самокат» и один из лучших BMX-райдеров. Мне нравится Сахалин. Здесь очень красиво, здесь очень Сахалина. Приятные люди, с которыми я работаю. Весь креативный юг Сахалина съехался сюда, в Хомск. Здесь любой желающий мог найти занятия на свой вкус. Выставка автотюнинга, картины уличных художников, танцы, спорт, пейнтбол, мастера хендмейда. На стритфесте собрали самые разные направления уличной культуры. Мы проводим бесплатные танцевальные занятия по различным танцевальным направлениям. От сальсы, бачаты до вальса и хороводных танцев. Также у нас различная целевая аудитория, то есть от молодежи, от детей и подростков до старшего поколения. Мы вот здесь проводим эдакий мастер-класс для молодежи, чтобы они тоже могли взять в руки баллончик, кому интересно, и попробовать это своими руками, скажем так. Специально для фестивальных соревнований из областной столицы команда «Экстрим Сахалин» доставила фигуры мобильного скейт-парка. Часть из них по итогам фестиваля подарила местным уличным спортсменам на самокатах и велосипедах. Наша площадка собрала больше 50 человек, любителей кикскутера, любителей BMX, от BMX Kids и до самых старших BMX Pro. Несмотря на то, что немногочисленная категория, в связи с тем, что сложная логистика, сложно добираться. Стритфест прошел при поддержке агентства по делам молодежи. В планах у организаторов провести такие мероприятия по всему Сахалину и добраться до Ахи. Кристина Ким, Мария Кондюс, телекомпания ОТВ.